Давайте. Отлично. Что, привет, ребята, с разрушительного стрельбища. В сегодняшнем видео у нас мы будем на соревнованиях по среди охотников. Короче, вот уже собрались практически все участники. Идет регистрация. Будет 10 тарелок. Боковые, угонные и 4 пули в зачет. 2 пристрелочных. Вот такой вот у нас тир. Ну-ка, Саша. Там вот стоят машинки. Сзади меня стоит машинка. Самое главное на тире — это не мусорить. В общем, посмотрим, как мы сегодня отстреляемся. Хотелось бы, конечно, занять какое-то, хотя бы в пятерку войти или в десятку. О, это вообще прям тестирует машинку. Сейчас идут настройки машинок и посмотрим, как пройдут соревнования. Буду держать вас в курсе. Готов. Выдаю команду. Вы даете команду. И через 5 секунд или первый выстрел можно выстрелить? В течение 5 секунд не должно выстрелить. После первого выстрела 5 секунд. До первого. После команды моей. Всего 5 секунд. Нет. Там, смотрите, вы даете команду, да? Все. Вернее, вы готовитесь. Готов. Ты даешь. Он дает. Готов, я даю команду. Стреляй. 5 секунд. Вот тебе команда. Огонь. 5 секунд. И на это 5 секунд. Я понял. Да на 2 куплет 5 секунд. Так, ну что, ребята, вот мы на соревнованиях встретили многоуважаемого блогера Могилевской области, охота с Владимиром М. В общем, подписывайтесь на его канал, я выложу ссылку. Тоже очень много рассказывает про охоту, про оружие, Гилунического района. В общем, рад видеть его. Вот. Вы тоже подписывайтесь. Да. Сделаем коллаборацию. Разрушительное стрельбище. Подписывайтесь на канал Разрушительное стрельбище. Отстрелы смотрите, интересуетесь оружием. Да. Чем больше ездите на отстрелы, тем вы больше будете знать про свое оружие, и вам будет легче на охоте. Конечно.
борьбе третье место Кухарев Сергей Юрьевич. Первое. Я спрашивал, как стрелять. Наверное, прикидывал. Тарелки не давали сегодня. Да, вот. Сухаревская, 126. Скажу два слова. По технике безопасности в этот раз было все отлично, сделано, организовано, гильза в воде, ремни все сняты, так что вот так надо всегда. Раньше мы сделали, как-то улучшили. Ну тут еще нам обещают вес-пост поставить, вес-боржу мне поставить на вес. Я думаю, что... Вот. Так что уже с навесом будет, ну, это на следующее, на областных будет. Областная тут проходит, так что, вышло, чтобы хорошо... Ну, вроде сейчас здесь. Держать мишени, надо, конечно, ездить и гулять. Мы ездим, ну, если погода отличная, два раза в сутки. Вот эти ребята, они, конечно, немножко... Хорошо, психологически никак. Вчера они не были с тем. Года вчера мы были бы ездить на все мишени. В этот раз, ну, как-то, ну, немножко облажали. Я думаю, что будешь подтянуть. Пишем на вечер. Ну, там, надеюсь, огромная благодарность вам за помощь. Мы учтем тоже. Ну, здесь и не я один. Это вот Юрий выделил машину. Юрий тоже, да. Да. Так что спасибо. Ему тоже спасибо сказать надо. Всем спасибо. Надеюсь, что доедем спокойно домой, да? Спасибо за внимание. Так, улыбаемся. Молодец, Серега. Ой, фотку выставим.